Мы продолжаем. Правда, я уже забыл давно, чем мы занимались все это время, но не важно. Думаю, мы справимся. Красота 2.0, красота 0.5, потому что некоторые стены не доделаны, и красота 1.1. Потому что тут, в отличие от тут, ничем не заменено. А, потому что тут некоторые стены такие. Ну, что ж теперь. Кстати, нужно посмотреть. Завидует ли теперь? Завидуют тени. Тараган. Так, это очень замечательно. По персонам так, общение 0. Двоечка 0. По персоне. Общение пятерочка. Десяточка. Сеня, иди общайся. Сеня, вперед общаться. И питомца ты пока не забивай. Может, мы его сейчас толкнем? По тихой грусти. Так, он впадает в этот ступор. Спиди. У тебя общение лучше всех пока на данный момент. Так, у тебя что по здоровью? Они сами к тебе придут, поэтому не переживай. Эх, Сеня, Сеня. Сеня, иди с ними поговори. Потому что нужно поговорить все-таки. Так. Да, не принимает, но что ж поделать. Ум крысы зато продает. Мы им ничего продать не можем. И купить тоже нечего. Поэтому бесполезные вы, ребята. И как можно было видеть, у нас за глаза хватает всех наших... У вас двое, у вас револьвер и коктейли Молотова. Бля. Так, ладно. Личан, у тебя лук, садись сюда. Пельмень. И ты садись сюда. Пиула с револьвером сюда. Спиди. Спиди. Я не знаю, что тебе делать. Отдыхай от зарления. Сейчас будет жопа, если нам попадут. По нам хоть раз попадут. А, ну, в принципе. Мы долго будем ждать их налета. Нам занимать своими делами. Куда ты пошел? А, давайте вы будете заниматься своими делами в ограничении домашней области, окей? Потому что я не хочу, чтобы вас прибило раньше времени. Они идут на штурм, замечательно. Теперь ты вставай сюда, Спиди, оставайся на месте. Сеня, вставай сюда. Ричан с длинным луком сюда. И Пиола с револьвером сюда. Теперь мы ждем... Так, ага, коктейли Молотова. Попадите только по нему, пожалуйста, я вас умоляю. Все замечательно. А, они отступают. Все. Это изи. А, пельмень. Даже не знаю, что делать. Так, давай вот так вот сделаем. Пусть Спиди пока. Так, смотрим по тебе. Социум. По здоровью, что у тебя? Два огнестрела. В принципе, не умрешь. Сильная боль. Ты очень хороший колонист. Строитель охрененный. Горняк такой себе, Арсений, вот такой себе медик хороший. Поэтому тебя бы по-хорошему захватить. Но пока некуда. Некуда. Спиди, думаю, ты пока обойдешься без этой заключенной кровати. Ричан, спасай его. Ага. А теперь нужно сделать небольшую такую ремарочку в виде склада. Область, склад, поставить тут вот небольшой склад. Только коктейль Молотова. И Сеня, ты возьми и перенеси его. А Ричан, да, и вперед. Заниматься своими делами. Огнестрел в торс, в позвоночник и в правую ногу. При должном уровне лечения он должен выздороветь. Смотрим по пленнику. В принципе, не сложно. Думаю, его нужно будет попробовать вербовать. Мало пищи, вы угораете. Окей, мало пищи, так мало пищи. Скоро это вырастет, и думаю, нам хватит. Насчет мало пищи я предлагаю вот так вот расширить. Немножко. Совсем немножко. И Спиди наш болезненный, пусть занимается так. Ага. А по ограничению вы будете где хотите ходить. А тут поставим что угодно, потому что... Вот так вот сделаем.
что угодно, они могут отдыхать. Это понизит продуктивность их, но тем не менее, мне кажется, даже будет лучше. Лучше в том плане, то, что они нервничать меньше будут. Вот он и пошел заниматься этим. А ты пока... Я тебя даже разблокирую и можешь, в принципе, приниматься за дело. Тут я, пожалуй, дверь даже держать открытой буду, потому что всех ходить надо будет много и сюда даже. А, пельмени Ричан поздравили по поводу. Что у вас случилось, милые мои? Пес его знает, что вы сделали. Просто не поздравили. Ну, бывает. Да ладно, ты еще одну прикрутил. Ты три индюшки. И три самки. Класс. Пожалуй, оленей. Нафиг не олени, я их выращивать не буду, пожалуй. Если есть индюшки, зачем нужны олени? Действительно. То, что индюшки приносят яйца. А яйца очень нужны. Снижайте уровень вербовки, а также нужно, я думаю, построить из мебели. А у нас ткани нету, да. Вот побыстрее бы вырос наш хлопок, побыстрее наш лечебный корень вырос и наши уже посевы, чтобы мы смогли заниматься различными ресурсами из ткани. Пожалуй, я область индюшатника расширю немножечко. Пусть побегают наши индюшники. Таким вот образом, думаю, хуже уж точно не будет. Пусть бегают. Тут вон сколько раз долларов. Пусть обед. Мне не нравится то, что он постоянно дверь открывает. И, пожалуй, из технологии нужно будет изучить автодвери. Я здесь задумал небольшую сортировку склада, потому что мне задолбало то, что они тут бегают по большей части и ничего не делают. И я думаю сделать небольшую ремарочку. То есть тут я сделаю только блюдо с максимальным приоритетом и расширю эту область. Замечательно. Тут я думаю запретить блюдо. И тут я думаю запретить блюдо. Блюдо. Запрещаю продукты, разрешаю. А из продуктов я сделаю здесь животное и растительное происхождение. А тут я сделаю только мясо. А вот этот я, пожалуй, еще и расширю. Потому что думаю, этого будет больше, чем этого. Ну и все, пускай бегают. Тут я поставлю приоритет высокий, и тут я поставлю приоритет высокий. Думаю, им будет есть чем заняться. Я вот думаю начать, в принципе, открывать древнюю зло, если у нас никаких других проблем особых нет. Сможем мы его раздеть? Да, раздеть сможем, пельмень займись этим, потому что вдруг что? Ах ты сволочь. Ну ладно, пускай. А пельменью, смотрите, заниматься больше нечем, да? Раз, перенести надо. А во-вторых, нужно будет выровнять тут всю поверхность. Замечательно. Так, теперь построить выключатель и кабель. Кабель. Вот таким вот образом провести. Чтобы был доступ к лампочке. И закурить, чтобы не было проблем. Так, пельмень у нас занимается животноводством. Я думаю, что это на четвертую очередь, ладно. Животноводом он не будет заниматься. И хотя, пускай, что плохого, поваром он точно, наверное, не будет и охотником. Ну, не в первую очередь. Так, плохое настроение. В смысле плохое настроение? Нужды. Неудобства. Сел хорошее блюдо. В чем проблема? Темно. Боже. Такой мелочный, то что я прям вот нельзя. Не могу. Ну, пока сиди здесь, я что тебе могу сказать. Терпи. Индюшек у нас по-прежнему нету, да? Я смотрю. Это печально. Так, оленей мы отменим приручение, то, что они нам особо не нужны. Мне индюшки бы нужны были, чтобы приносили яйца, а именно индюки. Но их я не наблюдаю. Ну, что ж теперь. Я забыл на этом складе убрать трупы. То есть тут трупы не должны лежать. Тут пусть лежат, вот здесь вот. И тут пусть не лежат, потому что желательно, чтобы трупы лежали там, где мясо. Чтобы было хотя бы какая-никакая система систематизации процесса.
И по-хорошему нужно спиди переселить. То есть построить копию вот здесь вот таким вот образом. Пельмень, займись этим в делах своих. И чтобы здесь спал спиди, а нашего заключенного мы перенесем сюда. Не перенесли нашу небольшую тюрьму. Красноречие синее улучшено, класс. Так, эта кровать теперь у нас в спиди. У нас тем временем поспел новый урожай клубнички, это и есть замечательно. Я думаю, надо сейчас готовить пока вкусные блюда. Но собачка занимается переноской, это очень классно. Классно, классно, классно. Думаю, надо... Так. Приручил или нюх все-таки. Классно. Молодец. Теперь ее забить надо. У нас мяса более чем нужно, а самих растений не хватает. Так, тут и разрешено сеять. Ну, я сначала дубы засеять, думаю. Потом уже занимаюсь всякой достойной ерундой. Крыса сдохла. Ну, бывает. Сеня делать нечего? В смысле, Сеня, почему тебе делать нечего? А, по работе что, Сеня? Сеня, нечего переносить и этот? Да ладно. Давайте тогда все сделаем. Область эту вот домашней. Так, нет, расширить домашнюю область. В чем проблема, я не понимаю тогда. То есть вот это все будет какой-никакой домашней областью. Спиди занимается пироманией. Охуенно, Спиди. Что с тобой не так? Почему у тебя нервный срыв? Почему у тебя нервный срыв? Больная спина. Да, на земле. Никто не заставлял. Сон на холоде. Это понятно. Неприятное место. Темно. Доедание. Понятно. Пельмень, займись, пожалуйста. У нас Спиди с ума сходит. Нежелательно то, чтобы пожар был. Спиди, иди в свою спальню. Теперь как у тебя по нуждам? Усталость. Оскорбление. Это было оскорбление. Теперь я не могу таких людей. Ну, понятно. Сон на холоде. В смысле на холоде? 14 градусов, 16 градусов. Это на холоде, по-вашему? Окей, я сделаю тут до 20, скажем. В такой области нам дубов за глаза, и поэтому, хотя, пускай и сеет дубы, и дымолист, нам, в принципе, нужно все. Лишним, я думаю, не будет. И как у нас Спиди закончит, я Спиди все равно делать особо нечего, я ему, как у нас урожай дымолиста подойдет уже к концу, я думаю, пусть заниматься этим. Стоп, а у нас дроми дымолиста есть, хмель есть, и психолист. Я думаю, мы курить будем, а не... наркотой вкалываться. Улучшает, да? Плохо. А это... да, оказывается, вещи у нас улучшают. То есть нам нужно побыстрее переносить склад куда-нибудь в здание. А пока я предлагаю какую-нибудь экстренную меру в виде, что у нас так много мрамора и гранита. Думаю, из дерева построим небольшое ограждение в виде вот такой вот штуки. Хотя бы вот так вот. Закроем, чтобы это не считалось хотя бы помещением. Так, вот это отменим. Так вот сделаем. Сделаем еще парочку дверей. Временно это будет временное помещение. Как и в принципе. Нет ничего более постоянного, чем временем. Временное. И сможем здесь хранить некоторые вещи, чтобы не вещали. В частности, коктейль молота. Зайца приручил. Умница. А нахрена ты зайца приручил? А тем временем у нас застроили уже. Это выглядит, конечно, стрёмно, но что ж поделать. Зато это эффективно, зато у нас теперь пропал дебаф у вещей, то что они находятся на улице. На самом деле я поставил ему стол прямо здесь, чтобы он не открывал. Технологии. Ты не можешь изучить, пока готовишь, а ты готовишь нон-стопом, потому что у нас колония большая. Ну ладно, готовь, что я тебе могу сказать. Пельмень, чем ты несет обломки, он занимается переноской, потому что ему делать оказывается нечего. Сделать нечего. Так, для начала нам нужно построить генераторную и перенести ее куда-нибудь. Это раз. Во-вторых, нам нужно построить медотсек. Медотсек, я думаю, построить где-то здесь. То есть из задания есть копать. И такой вот медотсек будет у нас. Небольшой, компактный и, думаю, сойдет. Это раз. Потом нужно будет... А, камера у нее нормальная есть. Нужно будет, в принципе, ее достроить даже, я думаю. То есть отзеркалить ее. Поэтому пельмени у тебя заниматься есть чем, поэтому не парься. Хаски что-то любит поспать, где прохладно, но что-то тоже теперь. Так, я тебя познаю, где копать. Еще нужно разметить приказы под постройку, приказы выкопать. Нам нужно вот это все. А также выкопать небольшое помещение под генераторную. Она будет вот таких у нас размеров.
Думаю, даже больше не нужно. И вот таким вот образом будет у нас сделан генератор. У нас пока нету караванов. А хотя мы можем приручить муфала. И в чем принципе, я не могу сделать караван. Муфала сдохла. Какая беда. Йола, займись переноской. Не съесть, дура. Принести. Так, это плохо. И так не муфала, так другие агрессивные животные в виде... Полярный волк. Душа, настроение, агрессия. Пельмени. Пиола. Сеня. И Ричан. Я думаю, у вас 4 за глаза хватит. Я вот не знаю, стоит ли ее мне спасать. Болевой шок. А, мы ее не спасем на 4 часа. А у нас медикаментов нет. Не судьба. Да, это жестоко, но куда деваться? Это мир Римворда. Римворлда. Тут либо ты, либо тебя. Все по своим кроваткам разбежались, спят и без задних ног. И нормально всем. Изношенная одежда. В лохмотьях, еда на земле. Нам по-хорошему нужен портной. Не хозяин, а пача. Так, это у тебя? Типа, добавь. Нет, это у тебя. Окей, Сеня, ты будешь хозяин Апача. Апача, Сеня. Мне как бы пофиг, но почему у тебя такой добав был? Хозяин Апачи. А я чувствую себя лучше, что мой любимый питомец рядом. Окей. Вы, типа, я так понимаю, привязались друг к другу и такая дела, да? Ну ладно. Привязались, привязались, я чё. Тут нужен стол побольше, потому что этот маловат будет. Стол портного нужно переставить. А, сюда я не переставлю, да? Потому что тут всё, два блока, не хватает места. И тут два блока. Какая-то непрофессиональная эта комната вообще ни в каком месте, ни в каком разу. Я бы на самом деле построил здесь отдельную комнату в виде двери из мрамора. Нужно две штучки поставить здесь. Также построить здесь две с двери из мрамора. И кабель нужно протянуть будет аж до сюда. Что у нас по стали? А стали у нас до хрена, и поэтому с этим проблем не должно возникнуть. Также тут нужно будет построить свет. Думаю, вот так вот хватит. Для симметрии я цветочный горшок поставлю. Хотя, лучше цветочный горшок будет делать из мрамора. Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Я забыл, что у нас еще блоки есть, которые нужно выкапывать. Поэтому таким вот образом. Пельмени знает, что нам делать. Пельмени знает, что нужно строить. Поэтому пусть вперед, пусть строит. Я в курсе, что мало лекарств, но скоро у нас позреет лечебный корень, и у нас с лекарствами вообще никаких проблем не будет. Я не знаю, зачем я на самом деле сделал вот эту улость. Типа заготовки на зиму для животных. А все равно питаться этим не будут, и пока у нас нет отдельного холодильника, я думаю, этим тоже питаться не будут. Все, у нас выкупилось это. Нужно поставить здесь раз, два, три кровати. И тут вот раз, два, три кровати. Также нужно будет приказать ему выровнять вот тут вот всю поверхность. Это раз. Потом нужно будет постройку. Лампу здесь одну поставить. И также цветочный горшок из мрамора. Пусть пельмени этим занимается. У него развлечения есть. Также нужно будет ему приказать выкопать вот эту область. А также нужно будет сделать, думаю, постройку. Вот здесь вот сделать дверь из гранита обязательно. Вот здесь вот сделать дверь из гранита. И вот здесь вот дверь из гранита. А тут стены из гранита, потому что нам все-таки нужен сюда вот выход, в случае чего перебежать быстро. Так, это у нас... Нет, вот это вот все. У нас медкровати. Так, у нас... Отлично, 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 отлично. Неплохо. А также я забыл, чуть не забыл. Нужно будет приказать ему выкопать небольшое помещение вот здесь вот. Хотя бы вот таким вот образом.
Здесь у нас будут храниться всякие медикаменты, которые мы будем использовать в виде для лечения. Ага, вот эти вот еще двери тебе нужно будет держать открытыми. Да, замечательно, ты вовремя научился делать шедевр, именно здесь вот его нужно будет сделать. И не нужно забывать, да, мраморную, думаю, плитку вот здесь вот.